Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет снова такой домашний влог. Я вам покажу заказ свой с сайта La Moda. Может быть, кому-то пригодится, кому-то будет интересно. Заказ у меня был для племяшки и старшего моего сына. Правда, не все нам подошло, но все же. Я там заказываю 10 вещей. Мне привозят на дом, я уже говорила неоднократно. На дом курьер привозит. Я знаю, что также ну вот по всему Питеру, да, так ездят, и по Москве еще. И заказываешь только 10 вещей, неважно на какую стоимость. Курьер приезжает, ждет вас 15 минут, вы, соответственно, все мерите и покупаете только то, что вам подошло. Если не подошло ничего, просто платите за то, что приехал курьер, 250 рублей, и все, курьер уезжает, и все замечательно. Мне это безумно нравится, потому что ну, с мальчишками иногда просто невозможно ходить по магазинам. Мои, знаете, так постоянно. Не, ну хотя, вот знаете, есть, наверное, какой-то в этом плюс. В том, что потаскал часа два по торговому центру, и они согласны уже на все. Просто на все, лишь бы только уйти. У меня также муж, кстати, бери все, только пошли уже. И, соответственно, дети тоже начинают ныть, начинают все надоело и так далее. Поэтому я очень часто заказываю что-то такое на Ламонде и хочу вам тоже показать, потому что в этот заказ у меня к школе, ну, как племяшки, так и, ну, племяшки не совсем там к школе, вот, также и старшему сыночку. И потом у меня мама будет сегодня готовить салат, так что, кому интересно, продолжайте смотреть. И вот мой заказ на сайте Ламода для моих мужчин, скажем так, двух мужчин. Вот, значит, племяшки. У меня продолжается такой шопинг с племяшкой, но мы уже не поехали в магазин, потому что нам нужны были кроссовки. На Ламоде мы нашли прикольные кроссовки. Он когда их увидел, мы когда все их увидели, мы прям вау-вау-вау. И это вот такие вот кроссовки. Размер у него 43-й. Вот такой вот у нас мужик. Посмотрите, какие прикольные. Но мне кажется, вот для пацана это просто классные кроссовки. Они очень мягкие. Тут можно зашнуровать и одеть. Вот прям ногу сунул и побежал. То, что нужно для мальчишек. Они немножко пахнут такой резиной. 43 размер. Стоили 1700 с чем-то. Вот, я вам ссылочку оставлю. Ну, я вообще все ссылки, мало ли, кому-то пригодится, оставлю вам внизу в инфобоксе. Мы вообще, когда смотрели вот эти кроссовки, я всегда там читаю отзывы, потому что там обычно пишут маломерка, большемерка там и так далее. Мы там увидели с мамой отзыв одной девушки, которая написала, что она купила и себе, и мужу такие. Потому что они действительно классные, мягкие, удобные, дышащие. Вот ему как раз сейчас бегать. 43 размер. У него вообще 42. Они ему чуть-чуть великоваты, но как раз вот так свободненько ноге. То есть, ну, мне кажется, они не маломерки. Мне кажется, они вот как раз самое оно. Он сейчас померит, покажет. Также ему купила вот такие штаны спортивные. Ну, такие же спортивные штаны, мне кажется, любят все мужчины. Это у меня марка Оджи. Тоже они, по-моему, были со скидкой. Я вам тоже ссылочку оставлю. Вот такие. Взяли мы ему размер М-ку. Ну, вот так они свободненько сидят. Вот то, что нужно, как говорится, для пацана. У него рост 1,77 м. И как раз вот по длине подошло, вот как раз внизу они вот такие. И здесь вот внутри вот такой, то есть не то, что очень плотные, но вот на слегка прохладную погоду, на какую-нибудь такую чуть-чуть дождливую, самое оно. Ну, вот такой бегать дома, еще где-то, в общем, классные штаны. И вот такой вот футболку Поло, это для школы, ну, как бы желтенькая, понятно. От марки Остин. Остин Студио. В общем, сейчас тоже он все покажет, померит. А своему старшему сыночку, я ему еще тоже, кстати, старшему сыну заказывала футболки Поло, вот такие же в школу ходить, но они нам не подошли по размеру. То ли я не рассчитала, то ли что. Я не знаю, но они оказались ему большие. В общем, мы не стали брать. И вот мы взяли ему вот такие. У меня у сыночка старшего 36 размер. Но они тоже ему чуть-чуть великоваты. Я думаю, что это идут размер в размер. Вот такой марки. Тетакарди. Я ему в прошлом году брала точно такие же. То есть это же марки, только они были другого немножко цвета. Тоже вот такие в дырочку. Это на сменку. Он реально проходил целый год.
То есть для пацана проходить в обуви сменка, которая целый год, стоили они 1500, то есть не 1800, а 1500 со скидкой были. Внутри натуральная кожа, сверху искусственный ноутбук. Ноутбук как-то так он называется. И они в дырочку, ножка дышит. Очень классные, девочки. Вот на сменку я прям советую. Ну, у меня племяш уже сменку не носит, видите ли. Он уже большой. А вот у кого дети, школьники, очень вам советую. Если они у вас есть, тоже ссылку оставлю внизу в инфобоксе. Кстати, у меня там скидка плюс еще. Я не помню, на что-то она, по-моему, вот на эти кроссовки эта скидка не действовала. На новую коллекцию скидка по программе лояльности не действует. Как зарабатывать скидку? Оставляйте отзывы. Даже на те товары, на которые вы не взяли. Вот, например, 10 товаров мне пришло. И я взяла, вот получается, 1, 2, 3, 4. 4 товара. Я оставляю отзывы даже на те, на которые не взяла. И не нужно оставлять, знаете, специально хорошие отзывы. Нет, я пишу, не подошло там по размеру, там, а качество, допустим, понравилось и так далее. И вам начисляется за каждый отзыв 10 баллов. Я вот таким образом коплю, там какие-то баллы списываются, какие-то начисляются. И, в принципе, у меня практически всегда 10% скидка еще есть. От которой не действует, я так понимаю, на новую коллекцию. Потому что вот это новая коллекция. Но, девочки, если у вас есть или вот мужу, или дети-подростки, мне кажется, он просто они крутые. Они крутые. В стиле, мальчишечьем стиле, черные. И тут такие человечки нарисованы. Классные, очень классные кроссовки. 1700 они, по-моему, стоят, да. По-моему, так и стоили, 1799. Вот, в общем, сейчас покажу все на моих мужиках. Так, вот одна у меня фотомодель. Серьезная. Ну, повернись, нормально показать ботинки. Вот. Ну, немножечко они ему великоваты, с брючками вообще... Стой на месте! С брючками вообще супер смотрится. Тебе нравится? Я хочу скоро. Вот. Вот такие вот. Ну, стань бочком. Очень симпатичный. Так, модель номер 2. Вот футболка Polo, размер S. Это Остин, которая сидит очень хорошо. Мы вот в прошлый раз тоже ему футболки S убрали. То есть это идут размер в размер, но сидит свободненько. Для пацана отлично. И штаны тоже немножко свободненько сидят, но это хорошо. И по длине, видите, он у нас 1,77 м. Дылда. Дылда, да. Вот. И вот такие, вот так вот выглядят кроссовки. Кроссовки просто. Просто бомба. Да? Да. Тебе нравятся кроссовки? Естественно. Наверное, в школу у них будешь ходить, да? Да, естественно. Ну, в общем, вот так. Вот такой у нас парень. Как раз эта футболка Polo в школу. Ну, такая, знаете, она как бы и молодежь же угодила вот этой желтенькой полосочкой. Вот. Не школа. И как бы учителя не придерутся, да, что не в форме. Да. Такое среднее туда-сюда. Так что вот такой вот у нас красавец, да? Дуда. Да. Итак, сегодня мама будет готовить салат. Что за салат? А не знаю. Название мы не знаем. Без названия. Я вот. С чем салат? А у нас сегодня салат вот, жареный лук. Вот остатки у меня вот тут вот огурца консервированного, это который уже вот я вот маринованного. Маринованного. Не соленого. Не соленый. Угу. Яйцо, картошка. Отварная. И майонез. И майонез, да. Еще да. Петрушка. Петрушка, да. Вот сейчас я буду нарезать лук соломочкой и буду жарить его. Вот. Вот и все. Вот. Вот сейчас я нарезаю кубиками. Огурец. Огурцы, да. Вот у меня тут сколько есть, все порежу. Вот, у меня немного картошки. То есть вот как бы на ужин всем не хватит, поэтому я и делаю такой салат. Угу. Вот. И здесь все собирает, да. А это вот лучок. Вот он такой вот. Вот сейчас все это будем соединять. Вот я порезала все огурцы, а теперь буду своей любимой штучкой картошку. Вот и все. А ты порезала еще? Все соединила, да? Да, я вот яичко соединила вот этой же штучкой. Лук добавила, зеленушку. Вот, сейчас майонеза добавлю. Любимого. Ну,
Вот. Такой простенький. Но вкусный. Ну, вкусный, да. Лучок. Да, его можно не солить, потому что маринованный. Еще можно перчика добавить, кстати. И чуть-чуть черного перчика, да? Да. Для вкуса. Ну, просто остатки вот все подбирается. Они вот эти огурцы уже у нас давно, банка открыта. Uh-huh. Они острые. Детки не едят. Если бы вот не острые бы, давно бы уже все съедено. А поскольку, видите, вот все такое вот. И все. И вот такой вот вкусненький салат у нас получается. Очень вкусный, так что всем советуем с мамой, да? Угу. Не забывайте, что ссылки я вам оставлю внизу в инфобоксе. Кому это интересно, переходите, смотрите. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Салат у мамы получился очень вкусным. Не забывайте, кто не подписан, подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч!